Евроремонт, европейская система образования – все это уже реальность для Украины. Теперь нововведения коснулись и всех телефонных номеров. Теперь обычную восьмерку заменит ноль. Такие нововведения уже пережили все экстренные службы Украины. Совсем недавно к привычным и знакомым номерам 01, 02, 03 добавили единицу. Работники МЧС не скрывают, на первых порах люди путались, но сейчас привыкли. Все четко понимают, что номер 101, потому что люди усвоили, что это номер, от которого зависит их жизнь, и поэтому постарались запомнить его. Вот поэтому я думаю, что принятые мероприятия наши были не зря. О том, что переход станет безболезненным для всех абонентов, говорят и представители мобильных операторов. Уже сейчас некоторые из них рассылают специальные СМС-сообщения, в которых сообщают о всех изменениях в телефонных наборах. К тому же обещают, европейские нули обеспечат украинским абонентам более качественную связь с абонентами стран Европы и всего мира. Все это делается для удобства пользования, чтобы мы, как государство, которое интегрируемся в Европу, могли пользоваться правильным набором, которые присутствуют во всех странах Европы. Телефонные операторы не скрывают, новшества потребуют дополнительных инвестиций. Но никакого подорожания мобильной связи не предвидится. Все расходы они берут на себя. Единственное, что потребуется от пользователей – удалить все восьмерки из телефонной книги. Переход всех абонентов на новую систему произойдет в ночь с 13 на 14 октября. Так, к примеру, вместо привычных 8050, 8067 или 8063 набор упростится. Следует набирать 050, 067 или 063. Как и все новое, пользователи пугают и такие изменения. Некоторые абоненты предполагают, ни разберихи не избежать. Мне кажется, будет трудно, да, потому что люди об этом еще не знают, привыкли уже все к восьмеркам, поэтому, я думаю, будут трудности. Привычка – это дело такое. Ну, мне бы всем будет неудобно просто на все. Ну, возможно. Ну, как бы нам все равно, что там будет, нули или восьмерки, нам без разницы. Для того, чтобы люди полностью адаптировались и привыкли к новшествам, до 1 февраля следующего года абоненты смогут пользоваться старой системой набора. Все это время на номерах с восьмеркой будут работать автоответчики и напоминать о новых стандартах. Ольга Шилкина, Анна Прокудина, Евгений Красюков. Панорама.